Но в любом случае пляжи у нас к сезону будут чистые, и во время сезона мы тоже там поставим лодочки, поставим... Но они и, вне сезона должны быть чистые. Я же керченские пляжи все прошел, там еще 18-му все ногами прошел, там без исключения. На некоторых, то есть, как бы там еще строения стоят, там старые, то есть, как бы там разрушенные здания, там, не знаю, туалетов, до чего угодно просто, ну, которые там, не знаю, съедают там, так сказать, приличный вид. А во-вторых, это камыш там, ну, практически везде там, камыш, сорняк там, бурение, все там, ну, просто. То есть, вида, вот я могу сказать так, эти пляжи не имеют. Не имеют никакого. Ну, я имею в виду вот так, чтобы прийти, было желание здесь искупаться, то есть летом, ну, большой вопрос. Кстати, тут надо еще, у нас, по-хорошему, у нас не все пляжи считаются пляжами. У нас есть открытые пляжи, где они действительно имеют статус, имеют... Если есть пляжная зона, люди приезжают купаться, создайте условия, да, что там их, есть она пляжная, называется территория, значит, организуйте. Вот там, мы сейчас в конце обхода. Поэтому я говорю, да, то есть разберемся. Но вопросов тоже никаких нет. Сегодня вот мы, когда уже там закончим эту работу, с Ольгой Александровной Славгородской свяжитесь, проговорите в данном случае, скажите, что от нас нужно, чем вам помочь, и организуйте людям заезд. Все, если люди сюда приезжают, создайте условия. Все, там не надо никаких искать причин. Есть.